Сегодня нам на ремонт принесли вот такой вот инструмент. Это бензопила. Подделка, конечно же, на штиль МС-660. Вот. Прямо вот в таком состоянии человек ее и принес. То есть крышка уже снята, прикручена куда-то сбоку. Какой-то пакетик тут, вот он. Зажигание снял он. Здесь что-то намотал у нас. Изоленты какой-то, видать. Чтобы, думал, не замыкало. Тут не знаю, о чем думал. И здесь у нас еще болты. Вот. Болты для сборки. Это все понятно, как я понял, откручено. Так, фильтр хоть на месте. Ну, свечка на месте, видно. В принципе, инструмент чистый. Вот. Причина — не заводится. Вот сейчас, вот мне бы даже интересно, мы просто проведем обратную сборку, соберем правильный инструмент и попробуем завести уже сами. Так, нам надо будет поставить на зажигание провод, которого, конечно же, человек не принес. Вот, но у меня был. Мы ему сейчас его поставим. Сейчас мы вот это вот снимем его штуку с отсюда. Вот, зажигание, я вот смотрю, имеет, конечно, небольшие тут трещинки по периметру. Ну, не знаю, попробуем сейчас, может быть, давать. Снимем свечу, чтобы поправить резиночку, вот эту, собрать все по-человечески и поставить проводочек. Вот. Тут еще и кнопочки нету. Надо будет еще и кнопочку сейчас поискать. Все, пооблез. Кнопочки у меня в данный момент на такую пилу нет. Позвонил человеку с просьбой привезти старую кнопку, чтобы ее отремонтировать. Человек говорит: оставь меня вообще без кнопки. Вот. Я говорю: как же ты будешь глушить? Он говорит: я ее привык глушить подсосом. Но это неправильно. Вот. Мы все-таки сейчас ему вот такую импровизированную пока сделаем вещь. Вот. И дадим ему, как бы, возможность в дальнейшем самостоятельно кнопочку поставить. Все-таки берем вот так с проволочки, приматываем сюда и закрываем сейчас, чтобы она не замкнула у нас на корпус, иначе пила будет глохнуть. Вот сейчас я чуть-чуть неправильно сделал, вот так вот. Вот, и закручиваем ее так вот. Ну, задача просто, чтобы здесь все заизолировалось и чтобы на корпус не пробивало. Вот. Все, в дальнейшем я потом покажу, что мы будем делать. Сейчас мы поставим зажигание на место. Зажигание ставим его же пока. Потому что, как мне кажется, человек зря его снял. Как обычно, как я уже снимал в двух, по-моему, в трех видео. Берем календарик. Обычный календарик, не какой-то там специальный. Вставляем между зажиганием и магнитом. Вот так вот. И прикручиваем модуль. Обычные болты используются с шестигранник на 4. Вот. Закручиваем. Я сразу не буду затягивать, просто подкручу немножечко. И теперь поджимаю зажигание к магниту, насколько это возможно. И уже произвожу затяжку. Вот. Теперь мы
Календарик вынимаем и проверяем, чтобы ничего у нас не задевало. Вот. Давайте оденем крышку стартера. На место ставим защиту. Хотя нет, давайте мы сперва оденем нашу проволочку, вот эту, которую мы прикрутили. Вот, теперь оденем защиту, поставим, чтобы она у нас, потом мы ее поправим как положено. Возьмем стартер. Стартер у нас работает. Устанавливаем его. Он у нас держится на 4 болтах. Шестигранник на 4. Подкручиваем. Так, я сразу сильно не буду крутить, так потихонечку сперва подтяну. Все их наживолю, а потом уже оттяну. Вот, пожалуй, с этого уже мы начнем оттягивать. Так, сейчас мы сразу проверим искру. Посмотрим, есть ли искра. Человек же зачем-то снял зажигание. Одеваем свечку для этого. Ложим ее на корпус и протягиваем. Вам, наверное, не видно. Но мне видно, что искра замечательная. Так, теперь мы проволочку эту давайте проденем сюда, где должна быть кнопочка у нас. Вот так вот. Поставим. А хотя, наверное, давайте пойдем заведем ее. Посмотрим, как она работает. А потом уже поставим пластик. Сейчас прикручу свечу. Вот, пойдем мы сейчас ее прям так заведем. Вот, послушаем, а потом уже соберем дальше. Штиль китайский, подделка MS-660, который был в разобранном состоянии. Мы с вами поставили зажигание и сделали вот такую импровизированную кнопочку, которую будем глушить. Сейчас заведем, произведем запуск и послушаем. И проведем, скорее всего, настройки, потому что мне кажется, что здесь все раскручено. Настроить мы сейчас с вами вот эти два винта полностью закрутим до конца, прямо до упора, и выкрутим на 2 оборота каждый. И второй также закручиваем и на 2 оборота выкручиваем. Вот, немножечко сейчас добавлю холостого, потом сколько будет лишнее, уберу. Холостой — это вот этот верхний. Слишком много холостого, как я вот уже накрутил, теперь мы его убираем. Добиваемся, чтобы наша цепь стояла на месте.